Представители уполномоченного по правам человека в Ленинском районе люди обращаются по самым разнообразным проблемам. Выслушать, понять, помочь в решении задачи этого органа законодательной власти. 16 апреля уполномоченный по правам человека в Московской области Александр Жаров провел прием граждан в городе Видное. Подробности у нашего корреспондента. На прием к Александру Жарову, уполномоченному по правам человека, люди пришли с разными проблемами. Валентина Дроздовская имеет садовый участок в сельском поселении Володарское. Но из очистительных сооружений, расположенных недалеко на территории соседнего уже Раменского района, постоянно происходит утечка фекальных вод и заливает земли пенсионерки. 8 лет имею участок, не могу посадить морковку или лук. Не могу ничего там делать, потому что там задыхаемся. Там ни взрослым, ни детям никому быть нельзя. Другая проблема у Анны Надбитовой – ветерана труда, учителя по образованию. Какая-то строительная организация засыпает ее садовый участок глиной, битым асфальтом, мусором. Участок расположен в деревне Ермольно городского поселения Видное. Виновник нарушения прав собственника не найден. Я многодетная мать, у нас большая семья, поэтому у меня 8 соток у Ермолина, где есть свидетельство о собственности, ведение личного подсобного хозяйства. Мы пришли с такой проблемой, что в нашем ТСЖ фактически отсутствует правление. И председатель. Управляет какой-то мифический человек, который не является ни собственником. Постоянно повышаются тарифы за оплату жилого помещения, которые абсолютно не соответствуют тарифам, утвержденным Советом депутатов Ленинского муниципального района. Надеемся, что наконец-то все это сдвинется с мертвой точки, и мы придем к какому-то положительному для нас решению. К уполномоченному по правам человека может обратиться любой гражданин. И нет такой ротации вопросов, по каким его могут принять, а по каким нет. Нет такой тенденции, чтобы говорить, что вот эта проблема большая, вот эта проблема маленькая. Потому что каждый человек, который обращается к своим вопросам, это его проблема. Даже порой получается, что человеку надо помогать, а эта помощь связана с тем, что законодательство наше не позволяет. С заявлениями и жалобами на плановый прием к Александру Жарову в этот день записалось около 20 человек. Все будут в дальнейшем рассмотрены. И администрация, и правительство Московской области, для того, чтобы эти вопросы были, по крайней мере, если не решены, то разъяснены и заложены в программу развития Ленинского района. В течение 30 дней все поданные заявления от жителей Ленинского района будут рассмотрены, а результаты переданы представителю уполномоченного. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.